Все чаще в Омске наезды на пешеходов происходят из-за того, что дороги вовремя не убирают от снега. Это данные ГИБДД. Только за 2016 произошло около 300 подобных аварий. Виноваты не только рабочие, которые плохо чистят улицы. Сугробы со своих участков не вывозят и бизнесмены, хотя делать это обязаны. Светлана Еловнарова продолжит тему. Что не перекресток, то нарушение. Пешеходные переходы завалены снегом. Дорожные полицейские выписывают акты, впереди целое расследование. Нужно выяснить, кто отвечает за эту территорию и чей это сугроб. От этого зависит, кто понесет наказание. Мэрия за то, что счистили снег на пешеходный переход, или предприниматель, который некачественно убрал свою парковку. Назначается административное расследование. По санкциям должностные лица привлекаются от 2000 рублей. Санкции юридические лица на порядок выше от 300 тысяч рублей. Пока идет расследование, по небезопасным пешеходным переходом шагают десятки людей. Переходят дорогу дети. Для них это опаснее всего. Высота снежной насыпи у пешеходного перехода не должна превышать роста первоклассника. Ведь если ребенок пойдет через дорогу, водитель его просто не увидит. Некоторые водители подтормаживают, некоторые проносятся, не сбавляя скорости. Полицейские говорят, часто снег просто перекладывают с места на место. А из-за неразберихи, кто должен этим заниматься, его иногда и не убирают. Как, например, здесь. Продуктовый магазин на улице Декабристов. Здесь окна жителей второго этажа выходят на сугробы. Крышу супермаркета не чистили, кажется, с первого снега. У нас не чистят, да и все. А мусор, который скидывают на крышу, чистят добровольцы-жильцы. Правда, после нашего звонка сугробы пообещали убрать, но не дирекция магазина. В управляющей компании понимают, что первая оттепель может привести к обрушению крыши в магазине. Как это произошло на рынке Восточной? Там из-за скопившегося снега провалилась целая секция. А козырек забора возле строящегося отеля «Мариот» просто согнулся, не выдержав тяжести. Но настоящие проблемы начнутся, судя по всему, весной. В рабочей группе по предупреждению возможных последствий паводка считают, что эта зима была более снежной, чем предыдущая. Светлана Еловнарова, Анатолий Серов и Павел Ходынский. Новости здесь, Омск.